Хай, здравствуйте. Ну что, пойдемте? Привет, пойдем. Давай книжку, хочешь? Глобус прям с собой. Ты нам расскажешь. Очень актуальный вопрос. Проходите в кабинет номер 3, хорошо? Класс, как удобно. Маркуш, мама говорит, тебя какой-то зуб беспокоит. Ты нам расскажешь? Покажи, где пальчиком, где у тебя там болело. Покажешь? Вон там болело? Что, просто посчитать зубы? Ладно, сколько у тебя там за полтора года зубов выросло, ладно? Не знаю, хочешь сам сначала подержи? А сколько? Давай. А, да, вот так? Какой ты... Все классно у тебя получается, ты молодец. О, класс! Марк, ты такой большой! Ой, какие у тебя красивые коронки! Что, разочек так же откроешь, как до этого? Угу, давай. Ой, молодец, отлично! Еще разочек сможешь? Вот, я даже не дотрагиваюсь. И еще разочек, ладно? Умничка! Полость рта, все замечательно. По крайней мере, внешне. Все коронки на месте, никаких сколов. Никаких темных новых пятен. Есть небольшой налет в области коронок, здесь сложновато чистить. Жевательные зубы почищены хорошо. Мальчик взрослый, прикус меняется. У нас постоянный зуб, 6-й, он прорезается без выпадения молочного. То есть ничего не выпадает, а зуб сразу прорезается. Вот сейчас не сказала бы, что его что-то остро беспокоит, потому что везде трогаю. Нигде не больно. Давайте так можем сделать. Мы, во-первых, сейчас, если он разрешит, конечно, сфотографируем, да, и попробуем фотопротокол сделать. Смотри, твои зубы. Твои. Ой, ну очень красивые. Можем попробовать сделать рентген. Вот, если получится, замечательно, посмотрим, что там. Мы ставили Марку коронки, когда ему было 3,5 года. Прошло 2 года, сейчас ребенку 5. Коронки чувствуют себя прекрасно, ребенок чувствует себя хорошо, все удобно. Марк сегодня пришел с жалобой на прорезывание уже постоянных зубов, 6-х. Поэтому ребенок испытывал дискомфорт, родители отреагировали вовремя, пришли, показали, посмотрели, дали рекомендации и радостно отпустили.